25 января с воспитанниками школы-интерната встречалась ведущий инспектор Десногорского центра занятости Наталья Шуплякова. Она рассказала выпускникам, куда они могут обратиться в поисках работы в случае, если они не поступят в учебное заведение и будут нуждаться в помощи трудоустройства. Также службы занятости придут на помощь, если ребята будут искать работу после окончания учебного заведения. Познакомила выпускников с основами трудового законодательства, а также рассказала, какие пособия получают нуждающиеся в трудоустройстве и какие льготы имеют дети-сироты. Такие встречи в интернате проходят каждый год и имеют для выпускников большое значение. Наши ребята с большим интересом и удовольствием прослушали информацию. И я считаю, что нашим детям полезны данные встречи, так как дети наши планируют свое будущее с учетом возможностей и спроса рынка труда. И я думаю, что благодаря таким встречам наши дети будут знать, куда можно пойти, кому обратиться за консультацией, за помощью в трудоустройстве. Выпускники школы-интерната всегда с большим вниманием слушают рекомендации специалиста центра занятости. Спасибо центру занятости за общение с нами. Тема, конечно же, актуальна, так как мы не имеем еще опыта и навыков к самостоятельному трудоустройству. Мы были довольны встречей. Я со своей профессией как бы уже давно определилась. Я иду на юридический факультет, и у меня будет направление «Вообще хочу идти на следователя». Школьникам показали фильм о современных, востребованных на рынке труда профессиях.